Привет, сегодня будет обзор по экспансивным пулям. Это хины Barracuda Hunter Extreme 0,68 грамма и Barracuda Hunter Extreme 0,62 грамма. Будем стрелять по куску пластилина из пневматической винтовки Benjamin Discovery. Поехали. Что ж, пошли. Первая Barracuda Hunter 0,68 грамма. Что ж, давайте посмотрим. Кратер не слабенький, я скажу. Сейчас увидим, какой результат. Сама данная пуля после выстрела пластилин, вот она вот так вот раскрылась. Достаточно хороший результат. Вот такой здесь ров она вырыла. Не скажу, что прям глубокий, но достаточно здесь все она раскромцала. Пуля изначально выглядит вот так. Ну что ж, выстрелим 0,62 грамма. Тот же пластилин. Ну что ж, Barracuda Hunter Extreme 0,62 грамма. Поехали. Ох, ударило сильнее. Достал я данную пулю. Превратилась она в ничто. Просто в смятку вся. Ее просто по-всякому вывернуло. Повреждения более жесткие. Barracuda Hunter Extreme наносит более жуткие повреждения. Ну что ж, давайте тогда еще проведем один тест. Еще в интернете я слышал, что можно из обычной пули сделать экспансивную, если зарядить пулю не головкой вперед, а именно юбочкой. И типа она раскроет. Ну давайте проверим на куске пластилина. Это пуля Lumen 0,68 грамма. Поехали. Охо-хо, неплохо разворотило. Обычно это пуля юбочка вперед. Ну что ж, давайте посмотрим. Вот что осталось от пули. Это пуля Lumen 0,68 грамма. Что от нее осталось? Это сама головка пули, а это ее остатки. Повреждение. Вот данное повреждение. Ну я скажу, повреждение носит тут нормально, но в данной пуле не было точности. Вся ее суть. Эффект есть, но точности нет. Ну что ж, обзор подошел к концу по данным пулям. Скажу, что Barracuda Hunter Extreme наносит более сильное повреждение, чем Barracuda Hunter. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!